Так, все, я суманулся. Так, как мы будем везде, блять, я не помню, как я ставил, чтобы ближе была метка, а то там шектор не достает. Так что ли, блять? Ладно, пускай. Так что у меня там, блять? Ах ты сука! Ладно, похуй. Маги живые есть вообще? Надо, блядь, камни поменять. Ладно, похуй. Пэса. Пэса тут нет? Пэса был тут, надо сказать же, вышел с лифта. Все, я вышел. Так, сейчас я чекну. Пэса пока не принимаю. Ну, на профайле чай хочу зайти. Посмотрим. Там замена, кто это, кто на замене, особо не уходите далеко. В конце рейда будет ИП. Имейте в виду, не проявите свое ИП. То есть, если вы уйдете, как, ну, как вас считать заменой, если вы уходите? Принял, понял, спасибо. ПСА тут нет? Где он там? ПСА, прием. Принимай смон. Моя, получается, тоже на замене, да? Ну да. Ну типа за дракончика даже, да? Не понял. Ну за Синдру ИП. Да, ну, за всех боссов, которых мы сегодня убиваем, замена получает ИП. Блин, где там ПСА? ПСА, где маги? Поставьте столик. Походу с работы пришел. ПСА до Лоране, кстати, стоит. Он просто АФК стоит. Ну, он написал 3 минуты. А он ворвался, ну только что, скорее всего. Кто этот Бэмми? Узнавайте там сразу у людей, сколько у него персонажей, блять. В каких он гильдиях там, а то хуй знает. Вдруг он 41-й холик, блять. Да просто спросил, чел. Да хуя вопросов, у меня уже, блять, это, паранойя начинается. Нахуй. Паранойя, реально. Паранойя прогрессирует, я не да? знаю, блять. Блять, рано или поздно потом всех петухов вычислю, блять. Тут их видно будет, нахуй, как они ведут себя, блядь. Петушатник, да, организуем. Нет, не надо петушатник организовывать. Не, ну в смысле, мы же не про себя, мы их определим. Так, о, Песа суманулся. Так, я эту шестую пати кикаю пока. Чтоб там, если что, вам куда-то надо какой-то квест давать, там, чтобы вы делали спокойно. Чтобы у нас не забагался аддон у хилов. Ставлю рыбу. Так, блять, надо же сопроты. Сейчас я банк поставлю, блять. Ну, у нас сопроты. Ой, дай ассиста, пожалуйста. Сейчас. Я аддон хочу чекнуть, типа, это, как, пул. Надо. Будет показывать, то пулит. Работает, не хорошо, работает. Хорошо, хорошо. Дал ассиста. Так, вот он, банк стоит. Ассиста будешь палить пацанов, да? Кто пулит раньше времени. Так, смотрите, это, значит, сегодня 25. Короче, на сопротах идем и проф, и лич. Ну, смотрите, имейте в виду, вот сопроты, ну, допустим, какой-то класс может не пить. Ну, допустим, кто там?
Хилы обязательно пить. Потом кто? Фласку можно. Маги пейте. Это. Какую тебе фласку? ДД. Так. На 100 силы титана. Так, на 100 силы. Короче, посчитайте, посмотрите, кто точно будет пить ДДшные. Кто-то с миликов. Троги, я хуй знает. Ну, я все ДДшки пью сейчас. Короче, посмотрите, я сейчас... Я тоже ДД. Ну, кто выживает нормально, то пейте ДД. Посчитайте, сколько у вас ДД, ну, миликов. И кто из ПД еще пьет. А я сейчас сапротов положу. Напишите ДД в чат, кто пьет ДД фласку. Вот 4 уже есть. Посчитайте, пока я пока сапротов положу по 3. Ну, штук 10, наверное, 5 хилов и 5 РДДшников точно, наверное, выпьют. Так, получается, что? Получается 12-14 ДД фласок милишных. 14 милишных? Да, ну если по 2 брать. А так 7. А у этих, кто, у ДКшников этим щитом их снимается хрень? Там видел ПЭСы, это РДД, а не ДД. А РДДшный, Равист, ПЭСа... Некроматик. Марк написал ДД зачем-то. Дикон. 8, если по 2, 10. Сейчас, походу, все ДД выпьют. 14, блин, вы серьезно? 14 ДД. Да большая часть кастеров тут и пьют эти. Хилы пьют сапроты, а остальные, видишь... Да. Вы имеете в виду, что на лече будет заражение бить. И нам либо бить с подсапротами эту хуйню, чтобы 5 хилов захиливали, либо в 6 хилов. А если в 6 хилов, у нас мало шансов перевести его, ну, убить. Мы можем в бесу упереться, нахуй. У нас там пару тел упадут, будут лежать, чилить, нахуй, и мы выпрёмся с вами в бесу. 7 СПД и 7, это, милишников. Ага. Если по одной давать. Я по 3 даю. Сегодня у нас долгий рейд. Так, вот милики. Так, теперь СПД. Имейте в виду, по выживаемости сами там. На лече, на синдре, на профе. Если вы сова или этот какой-нибудь ЛМ, там Энх, помогайте хилам, подхиливайте. Это хорошая помощь на, ну, для хилов. Играйте как команда, блядь. Хилы могут проебать вас, могут просто, может не хватить, просто могут импельмень слить или еще какое-нибудь говно. Или просто банально сдохнуть. Мы можем убить босса, если будем играть вот так, получше. Как собранные челики нормальные. Так. Посла. Так, я буду у Вилаша на боссе. Ты тут, ты не лагаешь, ничего не вылетаешь. А что, типа, на банке трейд давать или что там? Третья ячейка. В банке. Так, Вилаша, ты чилишь, просто бегаешь. Мне фридом давать не надо, я форму меняю и сам скидываю. Ну, я в кота включаюсь, скидывается фридом. Вот. Чек на пул. Знаете всю хуйню, да? 6 глыб кидается на взлетках. Одна звезда, одна в кружок, и две слева, две справа. Элементарно. И прячьтесь. Здесь шотует хуйня, если что. Где-то бигдема нету. Суммоните, пожалуйста. Суммоните шкаф. Суммоните. Так, давай по этим. Чё у нас? Не люблю. Тело и душа не хочет качать. Блять, вот как ты с этим усиленным обоссанным исцелением так и остаешься, блять. Вот не досуг, да, убрать этот бесполезный талант? Ладно, он хуй. Не бесполезный, он нормальный. Так, если, ну, кого ты хилишь? Как раз танка, бесполезный талант. Как раз тело и душа бесполезный талант. Ты не можешь его на себя кинуть, потому что ДЦ есть фрейте всегда. Ну толк от этого таланта, если на мне будет висеть дебаф от щитка. Ну, на синдре конкретно, на синдре конкретно, просишь ДЦшника тебя не щитовать, кидаешь, отбегаешь от синдры 100%. А во тьме ВРСки, он понадобится, он обязательно там нужен. Челики будут выносить быстрее, блядь. Ладно, хуй с ним, ну, типа, я тебя потом просто заставлю ВРСки перекачать и все. Некромантика на не люблю. Притон по КД кидай на... Давай на... Блядь, кто проебется-то с них? Ай, блядь, кидай на Шектора, а Муфик кидай на Рависта по КД. На Войд кто МТ? На Войда напуливаем, Войд МТ. Угу. Так.
Так, проверка. А смысл мы сейчас стартанем? У нас это рестарт серва. И что? Через сколько? А, окей. Кули нам этот рестарт. Сейчас первого трая убьем и все. Если никто не сдохнет, когда он. Ну и нех убить эту синдру, просто все четко делать. Ну, 15 минут нормально. Берса 10 минут, босс. Один трай делаем. На хп там есть крик? Нет, не вижу. Если нет, удайте. Беги, малышка, беги! Меточки. Звезда кружок, где лево, где право. Справа близко. По глыбам не забывайте играть. Сразу прям начинаю. Вот они поставили, сразу играем. Центру рядом. Вторая. Третья падает там же по центру. Только за глыбы. И четвертая, последняя, внимание, по центру падает. Подбивайте переднюю. Синдра садится. Тяжко сейчас будет готовить. Подхильте там. Хил есть, нет? 4 хила освобожденка было. 4? Так у нас 6 хила. Да. Ну. Прямо это рядом батает. Бомж. Значит, по центру третья падает. Резать будет ностальгия, когда глыбы разобьем. И четвертая, чуть правее центр падает, смотрите. Разбиваем. Вы чё глыбу не бьёте? Притон вставай. Фулбаф по притону. Тяжко сейчас будет готовиться. Беги, малышка, беги! Чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Там 5%. Ну ебаный, двойной дамаг получить.
осторожно. Справа. Да, слева близко. Глыбы подбиваем равномерно. Фуловые не должны стоять вообще. Вот крайние левые две штуки, блядь. Справа близко. Центральную, крайнюю правую, блядь. И последняя четвертая падает. Внимание. Вон на лестнице. На боссе 4% до фазы, давайте переводим. Тяжко уже на фазе. На каждом дыхании старайтесь фулл танка хп поднять. В каз дыхания смотрите внимательно. Фаза пошла, первую звезду сразу разбить. Череп, блядь. Сразу разбиваем. Ой, да подхильте. Остальные 6 хилов. Ну чё, 5 хилов, чё вы делаете? Ну захильте. Волна где? Усиленное исцеление. Захильте рейд. Не хлопайте, вообще ничего не делайте. В звезду ставьте метку следующую. Вилаша, ты где? Ты после первой скину должен... Дотяжка, да? Дотяжка? Да, да, да. Дотяжка, не бейте. А все, вайп нахуй. Короче... Чё за залупа? Ну какой ответный в пизду удар, блять? Вы что, совсем дурачки нахуй? Ну стопается дамаг тут. Вон, там просто как начали хлопать освобожденки, блять, когда пришли нахуй в кучу. Шо, пиздец, под стаками, ну, хорошо проходило так. Да, синтек, нахуй. Ты, ну синтек пол ляма нахуй. Что ты там делал? Что там, на 5 хилах, Шектор в глыбе на 5 хилах и включая тебя освобожденка, и ты хилил что ли? Так было? Я не знаю нахуй, ну, это пизда полная, 10 минут перерыв, пока ребут, это залупа полная, блять, так не должно быть нахуй, сейчас я посмотрю, чем вы хилили, блять. Не блещи ты, молитва восстановления, блять, бидон, щит зон, вот, 100 тысяч волны хотя бы есть. Кто прошлое когда не был, вот этот человек и косячит, блять, там. Вот у синтека, где вот быстрое, быстрое основание, где вот, только отмоложение висит на мне и все. Потому что, не, сейчас вот кто, блядь, бегает. Вот призван. Почему не бегают, всех рейта уешат, блядь. Да это синтек нахуй 500 тысяч нахлопал по рейду, что не ясно. Вот синтек нахлопал, убил весь рейд, блядь, уничтожил нахуй просто. Блять, ну я недалеко отошел, значит. Так значит, нахуй, не хлопай, ебаный. Ну стой, блять, ну 6 хилов-то для этого сделано. А, то есть синтек хуйся, да. А то, что Песен там 430 нахуярил, и маг, нахуй, 340 тоже это. Ну, у меня 300 тысяч Песа показывает. 430 Песа. Синтек 600 и Песа 400. У меня так показывает. У меня вообще другую хуйню показывает. У меня показывает 16,5% ебанул синтек, потом Песа 9%. Короче, я вам 84. Так скажу, нахуй. Вы каждый освобожденка, вы должны видеть, что она на вас. Можно, конечно, вам это говорить, но, блядь, уши-то и так засранные, блядь. Имейте в виду, начинается фаза, вы стопаете дамаг. Вот ДДшников, что касается, вы не бьете вообще, блядь, под этой хуйней. Максимум, что вы можете, это один стак. Ну, никак не два, не три, не четыре, блядь. Ну, синтек, блядь. Блядь, в пизду. Идите, нахуй, отдыхайте. Чай пейте, там что-нибудь в пизду заебала эта хуйня. Персонажи 25 тысяч хп. А вы нахуярили, блядь, тут от души. Сада. Вы понимаете, что там стаки вешаются, которые увеличивают входящий дамаг. Вот ваши, ну, 5 стаков, допустим, там 5 тысяч урона, они под 5 стаками превращаются в 10 тысяч. И вот, и таких 2 челика хлопнут, и все, минус рейд, нахуй. Плюс еще есть это, скажи мне, нахуй, каждые 3 секунды бьет по 6 тысяч аура ледяная, нахуй. Она в гере по 6 тысяч бьет. Ну, под сопротом по 4, по 5 где-то бьет. Вот и считай, нахуй, 5 стаков, она уже по 10 бьет. То есть тут нельзя никакого лишнего дамага по рейду. Вы просто захуярили рейд, уничтожили, нахуй. Сейчас могли убить спокойно босса, нахуй. Каждый нюанс расписывать надо, нахуй. Да надо, я добавлю, будет видно, ну, как, да у меня и так видно, кто сколько стаков, нахуй, лутает. Это все по видео можно посмотреть. Будет такая же хуйня, блядь, пизда, блядь. Я по 300 гп понахуярю, кто хлопает, убивает рейд. Кто не видит, не понимает, блядь.
Все, блядь, курите, блядь. Сейчас наш шмелик тоже не будет чувствовать своего хп. Да хилы не работают нихуя. Вкачал усиленное исцеление и хилит обновлением стоит, блядь. Ну ты кастани хоть усиленное, это ёбаный покос, блядь. В медведя, блядь. Самый прикол в том, что у нас даже попытка не отнялась. Это все правильно, так и должно быть, нахуй. Хукмастера и Геншина нету. Дамаг жесткий. У ностальгии 7. Ностальгия, а че у тебя так с дамагом хуйня какая-то, залупа полная? Могу на хорюка поменяться. Сектор, то ты каски бафаешь. Где там? Ну, да. Я ж писал, ну, на МП5 бафай. Меняй топу на него. Какой не, топ? Не, подожди. У тебя поливер. Мы на стилера возьми вместо топы. Это тихо. О, ты еще лучше. Я его удалил, нахуй, мне заебало. Ну, ты заходишь, у меня. Сейчас, ёбаный, этот, история, дай ассиста. Я вижу, что бафы, это рарник, что я бафаю. Или этого, лидера. Я знаю, как поливару работать. Я могу даже не настраивать, у меня галочка стоит, там может рарник на мою панель настраивает, может Войд зайти сам настроить, хотя, ну, он не паладит. Так, ностальгию свечную. Вот моя задача могу. Просто нажать одну кнопку. Ну, топ освещен, ну, как раз. Не будет вам вообще счастья. Да. Ну как топа, если ты 8 по ДПС, блядь? Вот. Так я только в начале 8 по ДПС. Потом следующая фаза начнется, там какой-нибудь ДКшник и маг меня обгонит, я буду в самом низу. Вон, возьми бенстиллер. Там, если ты глянешь ДПС, у меня просто по этим больше всего надамажено, по глыму. Я понял, блядь. Сейчас потом посмотрим, кто на лича пойдет. Опа. Опа, на. Хукмастер зайдет. Я просто говорю, что вы по глыбам вообще не дамажите. Ну, это вот если по глыбам смотреть, что там, лям, инвизибла. Тут еще зависит от того, был человек в глыбе или нет. Если он каждый раз в глыбе, как он тебя надамажит? Я был в глыбе. Ну, у тебя что там, лям? Хукмастер, где там? Загрузка какая-то. Да нахуй тебе загрузка? Закрой эту загрузку ебаную и открой рун Иксе в это в папке с игрой. Ярлык Вовки. И загрузку эту убери нахуй. Не надо ничего там. Хватит майнить, помогать им. Сразу в игру заходи, да и все. Короче, топа обратно, пока хукмастера нету, трай дадим. Давай сумоним. Не даете порыбачить спокойно. Ты какая рыбалка, блядь, тут ебашить надо. Ставлю рыбу. Да. А у вас кто-то лишний? Кто лишний? Кто вот все? Ностальгия, и этот, портанись в этот. У тебя, ну, совсем там 7000 на самом дне, блядь. Почили, да я тебе говорю, меня отбрасывало хвостом, я у хвоста стоял. Ну, блядь, ну. Короче, давай, ты ладно. Что, я да не нормально, да нормально. Да ебаный в рот, блядь. Я их меняю местами туда-сюда по два раза. Там если отбрасывают, у тебя в принципе есть этот, кто он? Скажи мне нахуй. Прыжок этот, котовский. Он рыбу ешьте. Прыжок. Так, но... а я прыжок юзаю, когда мы убегаем, видишь, просто. Ну, смотри сам. Ты либо вставай так, чтобы тебя не откидывало. Ну, это ж потеря ДПС. Если ты будешь... Там отлетаешь 30 метров. Ты пока эти 30 можно сопротив, пожалуйста? Только ДПС и проебешь, блядь. Банк поставьте. Да не, нормально, я как раз похаваю. Блядь, где банк? Не вижу нихуя. Вот, поставил. У совы стоит он. Ну не вижу, бля, вокруг хожу, не вижу нихуя. А вот. Полидринг на нем прыгает.
Вон, а чё, все выгребли, что ли, ебать? Опять в эту залупу мне кидали. Кар, кар, кар. Точняк, залупа. Так и назови ячейку, залупа. Ну, третьи ячейки возьми. Взял, взял, спасибо. Сука, это бумажные самолетики нахуй. Хватит нахуй. Поставьте подсолнуха, Войда обрадуйте. Это пиздец. Ну, вы думаете, типа нормально это, да? Да. Ну, есть поговорка, кошка скребет на своих ребят, блядь. Не поверишь, что ли? Хули смешного. Хил-хил. Хил-хил-хил-хил-хил-хил. Хил-бэйби-хил. Повисло. Сука, бля. Никто не уцелеет. Жайс. СС был? Камень. Мифик развис? Да, ну пидорас, короче, я хуй. Сбивайся. Так, рви стрессы, мифика. Есть повязка. Не развейте раньше времени. Справа близко. Слепые, что ли? Пули смешного. Водикон топу ресы. ПСС есть. Синтек и ресы. Беги, малышка, беги!
сразу вставай. Никто не уцелеет. Звезду ставь. Маг. А у него блинк есть. Вы чё, ребят? Слева. Ты что, блядь, дебил? У нас есть плохо освобожденка. Метки, быстрее две разбивайте. Их две, блядь, быстрее. Сбоку бьем быстрее их. Пэса на хп гим. Да не взрывайте вы. Не разрывай, бля. Ставь туда же. А где притяжка? Это не бьем? Вот притяжка. После притяжки разобьете. Холи пал опять, осторожно. Далеко у нас. Я переставил вам метки нахуй. Станьте нормально нахуй. Или у вас что, блять? Разжижение, блять, пошло. Не скинули. На это и скините. Хилы есть, нет? Разбивайте. Звезду. Разбиваем. На следующей притяжка будет. На следующей притяжке готовимся. Геншин, готовься, если просядет рейд, на хп сдашь. Смотри по хп рейда. Ждем притяжку. Меня на фул поднимите, быстрее. На фул, сейчас дыхание будет. Ну, на фул поднимите. Отбежали, отбежали, отбежали. От звезды отойдите. Ну какой... Вы дауны совсем? Кто там бьет, блять, из вас? И Вилашу поднимите на фул. Хилы, ну хиньте. Пизду, ложимся. Чё, 7 хилов спекать, да? Вы совсем дебилы? Падайте, блядь. Блядь, почему так, нахуй? Почему такая залупа? Ебать его в рот. Вы что, совсем, ну... Бля, я даже не знаю, что сказать вам, нахуй. Я просто не знаю, нахуй. Ну, Геншин вылетел, походу. А, ну да. Да, Геншин вылетел. На срез не даем, здесь сами бежим, блядь. Здесь портал, и сразу ты у Синдры. Да блин. Ебать его, вот, блядь. Геншина нету в DC.
Кто там хилы у нас есть? Там Хэлла есть. Хэлла заходит. Там злобный прессует. Вон, злобный это Эрдру. Влажный кек есть на замене, если что. Влажный знает тактику на Синдру, на профа, на Лича. Ну, вчера ходили. Хуй знает. Вроде знаю. Я видел, как ты два пельмени на профи, на тухлом словил. Это нормально, да? Давай, Хэлла, заходи лучше. Заходит или нету его тут в Дисе? Да там все по два, по три ловили, чего уж ты говоришь-то. Я тут, всем привет. Там сводку кидали, там здорово. Почти все ловили. Ты имеешь в виду хилы все ловили? Если бы все хилы ловили, танк бы сразу упал. Ну, второй рестер точно ловил, хуй знает. Надо не ловить просто, вот и все. Ты заходишь, Хэлла? Да, да. Заходит, заходит. Это ж Сирус, блядь. Ты, короче, я давай в этого, в ДЦшника лучше тут. И 3% будет. И получше будет. Вот это ты кому сказал в ДЦшника? Не люблю щиты. Геншин вылетел. Зашел. Не, у меня еще грузится. Ну, скажешь, прогрузилось. Скажешь, как прогрузится. Блять, вместо нормальных убийств мы что-то, блять, с вами просто трави попытки проебываем, блять. Че за хуйня? А сколько хилов? 6? Угу. Пойдет. А где еще один друид, который с нами ходил, рестарт? Вот же. Нет. Да. Ушел из гильдии. Его вот же кикнули из гильдии. Его Войд кикнул. У него время неподходящее. Он до 18.00 только может играть. Ну вот, грубо говоря, сейчас он через полчаса домой пойдет. Ну, то есть, это, спать. Прикольно, приодели пацаны. Ну, хули нахуй. Хули нахуй. Специально готовим людей для топовой гильдии. Чтобы они туда шли, где убивается все с первого трая. Мы же не хотим с первого трая убивать, нахуй надо. Вот залупа, сука, какая. Геншин опять, да, вылетит? Блять, это что такое? Я не знаю, что это хуйня какая-то. Ну ладно, кину кому-нибудь. Спасибо. Чё Геншин говоришь? Чё-то говорил он. Или мне показал? Но он опять вылетел, я спросил. Это не Геншин? Да, да, вылетел. Что у него с сына там, что? Ебать, это всюду летает. Смотрите, это самое, шаманчики, на вас троих, на Приста, на Паладина, на Синтека, Надежда, блять. Вот танк на притяжке, да, фулл хп поднять, перед притяжкой, после. И во время коста фулл хп поднять. И все имейте в виду, фокусируйтесь на танке. Танк умрет, мы сразу будем падать. Так, шанс танк, Войд и кто еще? И Эвилаш. Эвилаш, понял. Это, что-то по ССС откатились у вас? Одна минута. Так, Даш по Вадикону, Притон по Рависту, а Некромантика по Ситеку. Все, поехали запускать. Так, глыбы, да, сместились. Ой, метки. Это все из-за того, что склеп не разбили тогда. Нормально. Хуяльно. Беги, малышка, беги!
О, прям в глыбу, уходите оттуда. Пиздец. Вы чё, ребят? Падаем. Выходите, ну, падайте. А ХП не будет за это? Уже пролетело. Ребят, когда бомба падает в глыбу именно, в центр, лучше от нее уйти за другую спрятаться. Это, блядь, уже, мне кажется, от троя 4-5 известно. Там за этой тоже можно было спрятаться, просто они не отошли. Не, ну там прям сложно, она прям по центру, считай, херачила. И сложно угадать, блядь, с какой стороны, ну, нет, а там, ну, конкретно это, там было видно. Она, типа, выходила за глыбу чуть-чуть. Типа, она была со стороны лестницы. Если она прямо в глыбу летит, то да, там вы угадали. Если что, я тут нас играть я не смогу. У меня интернет вылетает каждые полчаса. Пиздец. У меня вчера такая же херня была. Да это хуёво, а чё, так всегда будет, что ли? Спроси там. Кто там на замене есть? Притон, тебя поменять? Или что? Или будешь еще тратить? Как бы стоит. Следующие бомбы по 200. Раз, два, три, ретон. Слышно? Замена. Есть кто на замене? Прием. А кто нужен? РДД есть? Нет. Ладно, давай на стальки возьмем. Там злобный сидел на замене, просился. А, злобный. Злобный РДД же. Этот, где ну, злобный? Вот как раз РДД им нужен. Где злобный? Ну вот. Сука. О, целка в каком-то, блядь. Он на замене сидел или просто так тусовался? Я не знаю, блядь. Ну, как он, это, если... он, когда я зашел, он плюсанул, типа, если есть слот. Он плюсанул. Ладно, давай. Он не сказал, что на замене. Пока пару траев притон даем еще. Будешь, ну, будешь вылетать, то возьмем злобного лучше вместо тебя. Так, Хэлла, я тебе сапру ты не давал или у тебя так есть? Так, а что с притона, он и не дамажит? Сейчас посмотрим на этот. Ну что смотреть, он 7900. Да, помимо того, что он демон, освобожденка с пула повесится и... У нас демон есть некромантка, если что. Какая-то не дамажит. Ну давайте еще сколько? 5 траев дадим. Рарник тут? Тут я. Иду запускать. Ну тут да, как повезет. Пока спать, я вон на стриме у Биг Дэма. Не ливай сейчас. Сейчас бой, не надо ливать. А, ну все, окей. Кто там? А то забагается. Хилы не захилят никого. Беги, малышка, беги! Внимательно смотрим, где появится кружок от глыбы. Синтек не убегает, а чё вы в звезду мне не принесли метку?
Две. Он... На лестнице. Он от кружка. Аккуратнее по глыбам. Я ее не прохилил. Сейчас я узнаю, блядь, что там было. У него моментально хп ушло. Беги, малышка, беги! Ну, бля, он просто убежал, я к нему ход удачить не мог. Значит, ровист, будешь резать... Мне лагать стало. Да схуяли, а кто хилить будет? Вставай. Не знаю, меня дергает. Вставай. Пробуй, похуй. Вот тебе инер. Прячься от глыб. Играем как можем. Право. Слева далеко. Скоро притяжка. Можем успеть. Не знаю, успеем, нет. 3 секунды. 2, 1. Успели. Это хорошо. Первую звезду и сразу разбить. За первой же скидываешь и сразу меняешь, Вилаша, не забывай. На Хэллоу высвобожденка. Скинул, меняй. Следующую звезду. На тебе забрал. Иди, 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 иди в звезду, иди. Не бьем. Смотрим внимательно. Будет притяжка. Если будет глыба, то поставите рядом с ней. Вот, притяжка. После притяжки быстро разбить и глыбу туда. Будет до захильтинов сейчас. Пресса. Пресса в звезду и сразу разбить. Ебать. Скину, буду менять. Следующую звезду и сразу разбить. Спокойно играем, главное. Все то же самое. По кругу делаем. Сразу разбиваем. Главное не хлопайте с освобожденкой. И войда на фул держите. Тотемы там ставьте на ману, всю хуйню. Так. Метку в звезду. Бидон в звезду. На фул хп его поднять. И сразу разбиваем. После него, вот после этого уже будет притяжка. Там пару глыб и уже будем добивать. Так, секунда. Скинул и иду менять. Следующую звезду будет притяжка. Это, все тотемы, шаманы ставьте. Песа гимна ману.
Если освобожденки нет. Биг Дэм все так поставил. Притяжка, внимание, смотрим. Стоим. Подбивайте глыбу до половины. После притяжки фулл ДПС по глыбе, разбить ее. Войда на фулл ХП поднимите. Разбить. Следующую звезду и сразу разбить. Сразу разбить его. На фулл Вилашу. Вилашу на фулл Антанч сейчас. На фулл. Сразу разбиваем. Все, скинул, буду менять. Еще в звезду и сразу разбить. Иди. Еще в звезду и сразу разбить. После нее... На фулл рейд поднимите, после нее уже в сторону и будем добивать. Это последняя. Все скиньте хуйню. Все, все остальные в сторону, фулл ДПС по боссу. Уже там незыбку сдашь какую-нибудь хуйню. Фулл ДПС, Геру. В сторону, черепок. Ага, хуярим. Так, ну и на ХП сейчас последние сдавайте. Все, там 3 ляма, хуярьте на все бабки. 2 ляма. Три меня сейчас на танка выходи. Там притяжка может быть, конечно. Топа. Топа в сторону. Все. Хорош. Талисман. Талисман. Ой, печенька. Я талисман заберу. Дайте на робот, Олег, заберу. И осколочек. Я ЦПшника. Отдай, отдай. А до этого чего не хватало? Прохило, что ли? Отдай знак. Ну, чего-то не хватало, ну, блядь. Дохли на бомбах, блядь. Всякая хуйня была. Хэлла, да? Да. Потрачу свое. Я перезайду, ну, перезагружу. Что-то хуйня какая-то. Хэлла чисто заходит, ТБЛа забирает, да? Собачки сначала. Да, потом да, делаем, да. Блядь. Так а чё, у меня приор накопился, зашел, что-нибудь забрал и все. Пошли на профа. Чё, ГЦ Лёха. Спасибо. Только жалко, что ты в лейб не играешь. Сколько лежит? Да, пожалуйста. Бутера. Так. Бутера. А теперь надо, чтоб колба выпала. Спасибо. Так, что, Абиланию в рейд?